Тысячи одесситов не оплачивают за воду вводовремя. Долги перед Инфоксводоканалом растут. На сегодня одесситы недоплатили предприятию более 60 миллионов гривен. Сумма задолженности на сегодняшнее число составляет более 67 миллионов гривен. Наиболее задолженность образовалась в Киевском и Приморском районах нашего города. Со злостными неплательщиками предприятие разбирается через суд или ограничивает водоотведение. В то же время «Инфокс» готов идти навстречу тем абонентам, которые не могут вовремя погасить задолженности не по своей вине, например, попав в трудные жизненные ситуации. Для таких предприятия создают условный зеленый коридор, возможность погасить долги постепенно, без применения санкций. В абонотделах по всему нашему управлению «Водосбыт» будут приниматься наши абоненты с целью заключения договора рассрочки. Срок заключения договора рассрочки и сумма начального платежа будет каждому индивидуальному абоненту. В связи с этим «Инфоксводоканал» создал максимально лояльные условия всем желающим погасить накопившиеся долги. При наличии оформленных договорных отношений на предоставление услуг, дополнительные справки, документы, помимо паспорта и кода, для заключения договора рассрочки не нужны. Для тех абонентов, которые уже имеют действующие договора с «Инфоксводоканалом», по сути, нужна копия паспорта, то есть ответственного лица, который будет заключать, копия кода, потому что, по сути дела, это есть новое обязательство. И новое обязательство должно быть зафиксировано правильно. Для тех абонентов, которые еще не заключили договора, соответственно, будем просить параллельно с договором рассрочки заключить эти договора и поставить, собственно говоря, многие точки над «и» в части правильности и юридической обоснованности всей этой работы. Для заключения договора рассрочки необходимо обращаться в абонотдел по месту проживания. Все возникшие вопросы можно задать операторам колл-центр круглосуточно по телефону 705-5505. Дарья Сидровская, Евгений Шменцев, Думская ТВ.